Отец растил двух сыновей, послушных и прилежных, и возлагал по старости на них свои надежды. Но вот однажды младший сын решил оставить дом, наследство у отца исчез в краю чужом. Он жил с размахом, ел и пил, не думая о том, что кошелек его тугой худеет с каждым днем. И вот настал тот день, когда пришлось ему скорей от голода стать пастухом, пасти стада свиней. Теперь он с ними ел и пил, и сожалел о том, что так нечестно поступил он со своим отцом. Он бросил все и долго шел, придя же наконец, увидел он, что у ворот стоит его отец. Он все простил, он все забыл, надеялся и ждал. И сын в раскаянье своем на грудь его упал. Прости, отец, я был неправ, покинув отчий дом. Прошу тебя, прими меня, хотя бы твоим рабом. Отвечал ему отец: мне ни к чему рабы, я стар уже, и мне нужны послушные сыны. Я все простил тебе, мой сын, ведь я тебя люблю. И от себя я никуда тебя не отпущу. Наш добрый Бог, небесный Царь, печется о тебе. Хоть ты ушел, хоть ты пропал, Он ждет тебя, поверь. Он приготовил для тебя небесный отчий дом. Спеши прийти к нему скорей, услышь в краю чужом. Слава Богу.